История нашего сегодняшнего автопробега – это незаконченный автопробег 2014 года, когда Донецк, Славянск, Краматорск были заняты сепаратистами, боевиками. Мы, добропольчане, патриоты Доброполя, решили сделать автопробег и показать, в городе есть власть, в городе есть Украина, это город украинский. Но один из городов – это Новодонецк. Власти Новодонецка не разрешили сделать этот пробег. И руководство этого города опять идет во власть. Поэтому мы решили показать, мы патриоты, никуда не делимся. И мы будем здесь на месте. И никуда такие люди во власть не прорвутся. То, что народ ждал полтора года, мы немножко выбачаемся, мы с маленьким опозданием, но приехали в Новодонецк. У нас сейчас опять такая ситуация, на фронте ситуация стабилизировалась, а вот по выборам мы где-то, кажется, у нас есть реванш людей, которые в прошлом году поддерживали сепаратизм и, в общем, разжигали вот эти качели, которые привели к тому, что мы потеряли часть области. Новодонецк – это Украина. Вы сами видели, сколько там нормально проукраински настроенных людей, которые хотят перемен. Быдло фашистское! Быдло! Это что вы строили, а? Ничего. А что вы ездите, пипикаете тут? А что нельзя? Можно, а нам нельзя? А вы кто? Я украинка. И мы. Не вижу. Как вам автопробег? За Украину. Жива!